живые, и народы веками дружны. Мы с тобою, ты знаешь, Россия, мы навеки друг другу нужны. Работаем с сельскими поселениями, стараемся открывать новые точки. Сейчас вот 25 точек плетения. Уже сегодня должны были ехать еще одну точку, но пока вот сюда пришлось идти. Еще будет точка, еще дальше, как мы планируем. В общем, весь Заинский район плетет, шьет, старается, не знаю, прям свечи заливают деревни у нас, тоннами берут. Но это вообще прям за Заинский район вот вы можете прям гордиться. Все стараются, чтобы вы только вам помочь. Спасибо, что сегодня нашли время, пришли сюда навстречу, и за то, что ко мне заходите, звоните, общаемся. Огромное вам спасибо. А вам, ребята, главное, живым и здоровым вернуться, берегите себя. Спасибо. В районе у нас работает телефон горячей линии 3-31-00, тоже по различным вопросам. На сегодняшний день в семье участника СВО, как раз во время нашей встречи, мне пришло Радик Галевич сообщение о том, что у нас родился 18-й ребенок, девочка в семье участника СВО. Теперь у нас 18 малышей. От категории участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны и просто пенсионеров, я передаю их пожелания, чтобы вы били этого врага, как в Великой Отечественной войне. Били победно, смело, достойно. Мы же русские, и только на русских держится этот мир. Когда трудно всей земле, кто приходит на помощь? Только русский солдат. Массети, спецаппаратура, машина, резина, ну, все остальное. Ну, как бы, плюс это ощущается, вот, вся поддержка и... Все, ну как бы я, конечно, за всех ребят говорю, которые находятся на фронте. И это дает такой бодрящий, чтобы поскорее все закончить.